Добрый день. Не пугайтесь. Я думаю, сейчас уже многие привыкли к тому, что люди выглядят именно так, в масках. Но что делать тому, у кого нет возможности приобрести такую маску, или денег, или вообще не успели купить? Все очень просто. Я сейчас научу, как сделать маску за одну минуту. Я увидела это в интернете, какая-то женщина это делала. Мне показалось это гениальным, как все гениально это просто. То есть вы берете какой-то лоскут, такой вот, как бы в три ширины вашего лица, и складываете его вдвое, вот таким вот образом. Затем сейчас я опущу компьютер, чтобы вам было лучше видно. Вот эту тряпочку, вам понадобится еще две вот такие резинки. Значит, на одну треть с одной стороны и на одну треть с другой стороны вы одеваете эти резиночки на этот лоскут. Затем вы складываете эти трети. Одну просто сложили. И вторую вот в серединку этой первой закладочки. Получается 6 слоев. И затем, вот смотрите, что получилось. У вас практически получается маска. Да, как-то у меня неаккуратно получилось. Но вы можете сделать это более аккуратно. Вот. То есть получилась маска 6 слоев. И вы спокойно можете идти на улицу и не бояться заразить или заразить других. Ее очень легко затем разобрать, постирать, продезинфицировать, прогладить и снова сделать следующую маску. То есть у вас 2-3 такие тряпочки, и вот вы одна у вас стерилизуется, другую вы носите. Очень легко, две резиночки, тряпочка, и вы в целости и сохранности. Берегите себя, не бойтесь вируса. Он тоже нас боится, потому что он сейчас ведет себя слишком агрессивно, так же, как и мы сами агрессивно ведем себя в среде, в которой мы обитаем, да? Он тоже, мы его среда обитания. Он пока агрессивный, но, поверьте, очень скоро он адаптируется, успокоится, приспособится к тому, чтобы нас не убивать. Ему это невыгодно, ему нужно жить в нас, а не убивать, потому что иначе среда его разрушается. Поэтому, чтобы переждать этот период, вы предохраните себя от заражения, а дальше все будет легче. Он перестанет убивать людей, он научится с нами жить. Я желаю вам здоровья. Держитесь.